Я никогда не ожидал найти магию на чердаке моей бабушки. Пылью скрытый изысканный зонт привлек мое внимание. Когда я открыл это, меня захватило в место, не похожее ни на одно другое. Я встретил Аларика, духа, застрявшего между мирами и жаждущего свободы. Вместе мы противостояли теням, которые угрожали поглотить все. Каждое испытание проверяло мою смелость и нашу связь. Я узнал, что надежда может светить даже в самых темных местах. В конце концов, свет, который мы нашли вместе, освободил его, превращая это мрачное место во что-то красивое. Наши приключения только начинались, и я понял, что иногда самые необычные путешествия начинаются с простого открытия –